Всем привет, мои друзья! Вы на канале Ушастик, и мы с вами проходим Doom 3. Также желаем хорошего просмотра. Так, ну, понеслась. Долго я ее не играл. Очень долго. Почему не было время? Надо тут вспоминать. Да. А, куда? Так, камера активирован. Камера офен. Ну ладно. Так, давайте быстренько все посмотрим. Что тут у нас? Audiolog des Wartungstechnikers Adam Bernesch, 10. November 2145. Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos repariert. Sicherheitsprotokoll Nummer 3072 von Delta-Sicherheitschef Michael Abrams, 15. November 2145. Ich komme gerade aus der Rüstungsabteilung, wo ich eine der neuen BFGs aus der 9000er-Serie erhalten habe. Es ist wirklich wahr, dass sie viel leichter ist als die Prototypen. Lässt sich ganz gut sagen. Blatt. Wie dem auch sei, seit einigen Wochen erstellen viele Sicherheitsteams keine vorschriftsgemäßen Berichte. Eventuell liegt es am Format des neuen SIR. Tarakane, эти, блять. Ich werde dafür sorgen, dass jedes Team von der Schulungsabteilung in die neuen Berichte eingewiesen wird. Im Alpha-Labor gab es ein paar Sicherheitsprobleme und keiner reagiert auf meine Mitteilung. Ich habe ein Untersuchungsteam rübergeschickt, das ich jetzt auch nicht mehr über Funk erreichen kann. Ja, ich schon. Ich muss wohl selber rüber. Gut, ich gehe jetzt los. Beende diesen Sicherheitsbericht, wenn ich wieder da bin. Ach, eine Sache noch. Ich schließe diese BFG vorerst in meinem Büro ein. Die IT-Sicherheit soll den Türcode in 901 ändern. Вот это не надо было такое делать. Chief Abrams, Ende des Eintrags. Офигеть, он еще живой. Как он так живой остался? Матрикс какой-то. Блин. Блин. Эти твари уже надоели мне. Так, походу F5, да, было? Да, F5. Захоронится. Так, не так быстро. Сходим, посмотрим, что тут. Не, ну а чё, может быть он не допрыгнет. Куда я знаю? Мы чё, захоронимся. Всё может быть, вон видишь, не допрыгнул. Идиот. Вот идиот, а. Ну как он не допрыгнул? Блять.
Так, отлично. Ждем. Отлично. Все понятно? Блять, не надо было так делать. Моя ошибка. Не надо было так делать, блин. Гранату только потратили. Ждем. Странно, показывает 120 FPS. Должно было больше показывать. Да сдохни уже, а. Блюдок. Да подожди, что ты делаешь? Ну то блюдок, он сейчас меня убьет. Понятно, еще этих тварей не хватало. Так, пока мне все хреново. Блин. Ну, здоровье надо найти. Пока мне все хреново. О, отлично. Живем дальше. Не, ну я не допрыгну. И зачем я сюда прыгнул? Непонятно. За какие-то, блин, патроны. И у меня так все хватает. Нифига себе. Ладно, сделаем так. Отлично.
так идет. Чье? Хэт, мазафака. Ой, бля, чё, босс будет? Угу. Походу босс будет. Так. Ну, понеслась. Ну это можем так объяснить, это ихняя мамаша. Нифига себе. А почему я отойти не могу? Вау, нормально все. Сейчас мы ее гранатами раскидаем. Ну стерва, только она сильно тоже бьет. Блять, все пиздец мне, короче. Вот стерва, ну какая ты стерва, а? Сучка. Ну стерва же, а? Ой, блин. Блин, надо было там назад вернуться, там жизни взять. Ой, блин. Неправильно мы сейчас сделали. Отлично. Подожди. Это все заберу. Все, пошли. Блин, красава, побольше мне таких давали бы. Пошли. Gaslight
Что-то долго она взрывалась, эта бочка. Ждем. Он так не сдох, а? Варяга. Что, все? Не, ну я с ним так не договариваюсь. Я думал, он мне еще поможет. Так, а куда мне? Тут где-то какая-то овечка плачет. И где она? Вот тут. Ё-моё. Так, что там за код? Шестьдесят три. Быстренько. Смотрим. Давай, ну пофиг. Пофиг. Не буду сейчас это время тратить. Не, ну на них как-то не хотелось бы этот. Блин, тратить патроны. На этих уродов. Блядь, сколько вас их там? Да, жесткие они. Так. Она закрыта. Так.
Отходим. Давай быстрей. Тварь, а? Че за тварь? Тебе что надо? Тебя еще тут не хватало, бля. Делаешь, дурак, оно. А все равно как-то не помогает. Или может быть я косой. Неправильно что-то делаю. Что-то, блин, граната не помогает. Ждем. Отлично. Ой. Sehen Sie die Karte? Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler. Так, а ты что, понеслась? О! Она сама больше мне нравится. Смотри, как она их быстро. Так, ладно, надо запомнить ее. Так, где она? Вот. Отлично, дальше? Нет. Хорошая и быстрая. Ну, она.
Ну, они слабые. Отойди, блядь. Ебаная ты. Пизда, короче, мне прижали. Я сказал же, пизда мне. Прижали. Просто взяли меня и прижали. С этими ебаными бочками. Ой, бля. Ну как меня могли прижать с этими бочками? Вот это так быстро. Да сдохни уже, тварь, а. Опять прижимают же. Блин, вот как они прижимать это любят, это просто капец. Не, ну, нельзя так. Ага, сейчас. Блин, ну ладно. Попозже сходим. Так, тут код должен какой-то, да, быть? Mm-hmm.
Без понятки. Ладно. Да и похуй на эту дверь. Буду я сейчас по часа тут код искать. Даже надо посмотреть, хорошенько посмотреть. Ладно. Можно бежать. Бежим как можно и быстрее. Да что ты делаешь, а? Жесткие эти твари. И зачем я сюда залез? А, понятно. Ну, я как помню, сейчас тут много этих будут, тварих. Вот. А я не могу понять, почему они опять тут есть? Я их на жимомашу завалил. Как? Блядь. Ой, ебанарот, там лифт наверху был. Я и нажал, что его вызвать. Ну понятно, он меня и продавил. Блядь.
Не, ну а кто знал? Я вот бы не знал. Кто знал? Что там это такой лифт? Я думал, если я его вызову, я с ним дальше поеду. Блин. Ой, ладно. Ничего тут такого нет. Кто тут не ошибается? Так. Идите сюда, твари. Делаем так. Вызываем. И так. И убегаем сюда. Очень быстренько сюда. Я не могу понять, откуда они? Я ж, блин, мамашу их ну, убил. Их должно тут не быть. Блин, я задыхаюсь уже. Твою, блин. Поехали быстро. Откуда этих тараканы? Отвали нафиг. Не на тебя сейчас. А-а-а. Круто. Один внизу, один наверху, да? Понятно просто, откуда эти тараканы берутся. Или пауки их, или как их там называют, не знаю. Но они уже меня что-то бесят. Они меня уже бесят. Пал? Отходим. Самое главное, не даем прижимать. Но если они прижмут, тогда мы и погибли. Ну, умрем. Можно так сказать. Почему прижимают они жестко? Где ты, ублюдок? Нихрена себе, какой тут ублюдок. О, нифига себе. Мясо. Полное мясо пошло. Давай, давай, иди. У меня сильней. Ну, я думаю, с ними тоже можно, да, вот так. Да, тоже можно. Отлично. Иди сюда. Нормально, патроны не надо тратить. Ой, нифига. Нифига, его убивает сразу.
Вот это да. Вот это хорошо. Очень хорошо. А чё, нет? Да? А-а. Понятно. Блядь. Козёл, а вот он как прижимает, а? Как не прижимает только, а? Хорошо прижимают. Ой. А ты чё у нас? А, понятно. Дурак, что ли? Ну давай, и всё. Самое главное, не давать им прижимать. Почему? Если они прижмут, это все. Вот как вот этот ублюдок, видишь, он меня прижал. И я мог сейчас умереть. Если были двое, я бы умер. Козел. Понятно. Но очень интересно. А, все понятно. Подожди. Так, а куда мне сейчас вообще? Так, стой, 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 стой. Откуда? Ну-ка, слезь. Ладно. Тоже пойдет. Не просто так слезли. Самое главное запрыгнуть нам туда. И хоп. Красавчик. Нифига себе. Все, хватит. А, понятно. Ну, я думаю, там ничего такого не будет хорошего. Причем едем дальше. Ну там может быть что-то будет хорошее. Можно вот так сделать. Вот так и вот так. Ну и посмотреть, что тут такое хорошее будет. Что нафиг сюда?
А, обратно все. Почему обратно все? А, нет, не обратно. Все понятно. Ладно, ждем. Ждем, ждем, ждем ее. О, блин. Так, а сколько времени у нас уже? Ой-ой-ой. Пора скоро заканчивать. Ну пошел нафиг отсюда. А че с ней? Она зависла? Ого. Все нормально. Заработала. Ладно, сделаем вот так. И спрыгнем. Спрыгни, блин. А я тут и был. Так, подожди, ну-ка. Может, я правда тут не был еще? Конечно, был. Блин. Че назад приехал? Ну, поехали отсюда. Самому не понять, че сюда приехал. Так. Там что у нас? Там у нас ничего такого нет, да, хорошего. А может быть, туда повернуть потом? Ну туда? А, тут закрыто, все понятно. Так, не, ну я потом не допрыгну. Почему мы лучше вот так сделаем? И попробуем. Ну понятно, блядь, я так и думал. Твою мать. Тьму. Хорошо, что мы захренились. Едем дальше. Дай успокойся, что ты делаешь. Я опять пошли назад, все еду. Чтоб посчитать. Или нет? Да спрыгни. А, нет. Походу мы приехали куда нам надо. Пошел нахрен отсюда. Ну оно закрыто. Надо открыть. Я тут опять был. Ну да, вот она, она штука эта. А куда мне ехать? Я не знаю. Беспонятно.
Ты посмотри. Ну-ка, запрыгни. Фу, ё-моё, блядь. Иди нафиг отсюда. Сдохни, тварь. Мне интересно просто посмотреть, что там. Что тут такое хорошенькое есть? Видишь? Не просто так пошли сюда. Отлично. Вот. Так, ладно, там дверь сейчас открылась. Допрыгаем обратно. Спускаемся. Едем. Блин, хорошо, что я наверх посмотрел. Если бы я наверх не посмотрел, я бы не угадал, что туда надо прыгать. Тут тварь вообще не видно. Нихуя он пачки разбивает. Подошел чисто ему, бах. Он разлегся. Нормально, нормально. Ой. Так, бежим быстренько, очень быстренько бежим. Никого не трогаем. Бежим, просто бежим. Бежим и все. Вот так. Потому что мы не задохнулись тут. Отлично. Успели закрыть. Нифига. Ну а че такую фигню я прыгнул? Чем он так наверх подняло? Да, шустрые твари. Ничего не скажешь. Leistungsschwankungen im Hauptmotor 48.
Отлично. Да подождите, ну чё вы, блин, вы же не видите. Другим разбираюсь. Подождите. На всех тварях хватит мне патроны. Твари. Блин, а патронов у меня нет. Ну так у меня... Много патронов. Полная жопа. Так, попозже. Ты умри, сука. Ой, какая это хрень, а? Ну правда, ну чё это, винчестер? Это не винчестер, это говно, а не винчестер. Так, ладно. Плохо. Не, офигеть, они еще щитами. Игра совсем оборзела. Их не так легко не убьешь. Но они хорошо здоровье снимают. Блин, и еще щитами они. Нет, возьми вот это. Все. Надрали они меня просто. Уже. Ждем. Ждем. Понятно. Один наверху. Я думаю, здоровье будет. Подожди.
козел. Да, все фигово. Здоровья нет. О, отлично. Ебать, сколько вас там. Ждем. Чего? Где? Откуда ты там, мудила? Валиваем отсюда. Ну, козел. Ну, хоть так. Не, ну это бред ебанутый, брат. А куда? Я молчу лучше. Вас, уроды, все, блин, жизнь потратил. Все здоровье почти потратил. Их так трудно убить. Еще они читами. Ну пиздец вам. Все, хватит. Меня вызлили. Отлично. О, отлично. Ну, пошли.
Ладно, пошли. Не, ну а чё, пока мисс Робот работает. Яку патроны. Собираю. А чё, у меня патронов вообще нет. А она вон как справляется. Пускай справляется. Все, пошли. Ну, зараза, сколько она здоровья меня нахапала. Все. Ну, ладно, спасибо, хоп до суда. Чего не идет? Да, ну... Наверх. Я думал, блин, по паукам пойдем. Но нет. Не хочу этими тараканами. Не нравятся они мне. Ну ладно, пускай так, не знаю. Ты заебал меня. И чё ты хочешь тут? Ну все, ничего тут такого нет. Чё? Чё, блин, говорит, что иди назад, иди назад. Заебал ублюдок. Так, идем дальше. Так, вниз. Идем вниз. Там по-любому тараканы будут. Ну, пауки. Твари.
Ненавижу их. Просто бежим. Отлично. Нет, туда мы не пойдем. Это по-любому. Туда мы не пойдем. Так, ну тут я был. А наверх. Я не думаю, что мне сейчас все назад. Да, не, смотри. Тут я же тоже был, да? А, нет, это я не был. Да нет, я тут тоже был. Но мне сейчас надо вот эту дверь. Ебать. И куда мне? Да пошел нахрен отсюда. Так воздуха не хватает. А, все понятно. Бежим. Да почему? Хорошая штука, вообще просто. Блин. А. Тут они какие-то смешные. А ну-ка иди сюда, проверим тебя. Бо, вообще хорошо. Вот это нехорошо было. И я думаю, тоже так же мы, ну, не сохранились. Да? Дох. Ладно, валим с ней и учат другим. Иди сюда, тварь.
Да возьми его, блядь! Где этот сука? Бля, ну какой бред, а? Ну все жизнь мне очистил, блядь. Прочистил. Да иди нахуй отсюда. Тебе еще тут, блядь, не хватало. Ну заебись, еще босс, да? Будет вообще прекрасно. Дурацкий лифт. Поехали. Продержимся. Самое главное, что не босс был. А другой все нормально. А я не зашпахивал, да? Ну, имею в виду, не захоронился. Жив. Ну, конечно, нет. Или дох. Ай, блин. Они еще как-то ко мне летят, вообще непонятно. Я еще ублюдок не хватало тут. Вот он, урод, вот этот, блин. Капец, он столько у меня жизнь снял. Ублюдок. Игра вообще сумасшедшая. Двое уже тут они. На, мне, короче, пиздец, я как думаю. Если я сейчас, ну, здоровья не найду, мне, короче, крдык. Да, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ой, блядь. Игра сумасшедшая просто. Так, ладно. Не, ну еще у нас есть время. Там сколько осталось? Еще 7 минут. Вот, за 7 минут, я думаю, пойдем. А, просто что бесит? Бесит вот эти твари. Вот. Конечно, хорошо сейчас куп этих тварей нет. Этими, ну, скажите, читами. А чё они еще хуже меня бесили? Вот. Сука. Да уйди нахуй. Откуда, блядь? Как они меня заебали вот эти... Ублюдки, уроды. Удалите от меня. Не, все, мне капец, короче. Да, мне капец. Ни хрена, еще там и этот урод. У-у-у, капец. Это да, полная жопа. Ладно, давайте мы тут закончим. Вот. Ну а пока, подписывайтесь, ставьте лайки.
И мы с вами увидимся уже завтра. Я думаю, также на стриме. Всем пока.